ближайшее время поменяется герб республики. Он будет совсем другим, да. И вот хотела бы вас спросить, скажите, пожалуйста, а что, вот на ваш взгляд, может быть изображено на гербе Мариэл и почему? Так, у нас на гербе Мариэл сейчас у нас... Гвоздь. Сейчас, по-моему, лось. А, нет, не Мариэл тогда, а города. На гербе города лось, а на гербе Мариэл не лось. Олень? Нет. Нет? Нет. Да вы что, я всегда думала, что у нас... Нет. Вопрос такой, на ваш взгляд, что могло бы быть изображено на нашем гербе, на гербе Республики Мариэл и почему? Как вы считаете? Что изображено? Что у нас было на старом? Олень? Пускай он и останется, что? Ясно. Спасибо.